Хуба-буба, с вами я, Куба, и мы сегодня едем в Днепропетровск. Сейчас пойдем в магазинчик, закупимся, там попить что-то купим. Покушать? Купим, да, покушать, чтобы можно было что-то пожевать в автобусе. Сейчас скоро после этого сядем на автобус и поедем на автовокзал. Блин, камера трясется, неудобно снимать, давно уже не снимал, отвык. Ой, это скажи. И это, простите, короче, что так долго... Там не вылаживал видео 2 месяца, это очень долго. Просто так получилось. Простите меня. Простите, он да. Искренне говорит. Да. Извиняюсь. Так что мы сейчас будем скоро на автовокзале. Ну как скоро, сейчас сядем на автобус и будем на автовокзале, а там уже увидимся. Мы только что бежали за автобусом. Фух. Или успели. А если бы не успели бы, пришлось бы 20 минут ждать. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться, ты ей пожелай. Мы проснулись, встретили друзей, сейчас мы на пассаже. Как дела? Вам разрешено еще курить? Мое почтение. Родители вас еще не побьют за такое? Пошлите там усите. Куряги. Я маме твою покажу. А скажи пару слов маме. Мама, привет! Все, всего хорошего, мое почтение, я вернусь не скоро. Да, мама Димы, привет. Помните? Мое почтение. Зашла, да? Мы, короче, пришли какую-то фигню и ждем, пока нам выполнят заказ. Мы, короче, сейчас в ресторане заказали шаурму. В ресторане. Заказали шаверму и ждем, короче, когда я приготовлю. Что мы сейчас покушаем и будем дальше идти гулять. Вкусно. Мост. Он может достичь. Ебанутый. А я не курю. Короче, мы сейчас попытаемся. Мы сейчас попытаемся подняться, короче, на крышу. Я Куба, сфоткай. Сейчас сфоткай. Давайте на это сфоткаю. Нет, давай на телефон, чтобы я сразу фоткаю. Хорошо, давай. Да что, да, попробуй. Давай зацеп. Я тоже хочу. Зацеп. Я не любил. Снимай. Блять, мой дочь.
Помогайтесь. Помогайтесь. Все. Поднялся? Нет. Все, пошлите, попробуем. Может, тут откроется. Куда нам? В этом парке. Подняться можно, да? Мы, короче, на третьем уровне Мод-Сити. Тут лазим. Не знаем, где лазим. Блин, меня не видно даже. О, меня видно. Сейчас мы на паркинге каком-то, там, где машины ставят, паркуют. Ну, походь. Алло. Откуда у вас паркуют? Пошлите. Опа, приехала. Я не знаю, зачем нам вообще. А на какой нам этаж? На последний. Я просто хочу покататься. На третий. Я хочу вас за зеркало. Что? Я тоже плавал за зеркало. Ты все, я просто. Все. Мы колхозники. Да, у меня. Ой, четко, да, четко. Это быстро. Попри. Сколько писем есть? Да, да, да. Глянь, как высоко. Ну, а теперь вниз. По сравнению с универом на пониже. А теперь вниз. Мы нажали просто уже. Бутики сюда. Ты красавчик. Мы взяли бутики. Давайте кататься вверх вниз. Да ну, я врываюсь, сука. Долбанёк.
Где дядя? Один раз нажал, понял, она снимает. Один раз нажал, не снимает. Я хочу, чтобы все мои клипы кайфанули. Я дедушка Сергеева. Ай, батя. Нормальный движ, да? Ой-ой, она тебя пропиарит. Женя, Вася! Знаете, ты пишешь? Дома, я хочу, чтобы они на старт написали. Его... Боря, распишись! Боря, распишись! Боря, Боря, на подножке, побраться! Может быть, погоним? Ты продашь роспись? Только я в переходе, его так пиздец! Меня Денис зовут. Денис. Саня, приятно познакомиться. Хочешь, добавляйся в друзья? Да я понял. Я к этому добавлюсь. Никите и к этому. Женя. И к тебе добавлюсь. Вчера после фан-встречи с Гранкиным у меня села батарея и пришлось идти домой. Ну, не сразу, конечно, мы еще погуляли. Ну, короче, записать все дальше происходящее я не смог. Поэтому ты говоришь. Скажу итоги фан-встречи. Людей было примерно 400-500, все какие-то были дикие, какие-то... Я говорю, дикари, короче, разбили ему губу случайно. Фанаты разбили губу. Потом, короче, мы познакомились с пацанами, с друзьями его, и мы сообразили, короче, вызвать такси, чтобы по Шурику он типа свалил. После всего этого встретились с ним, созвонились и просто сфоткались, как нормальные люди. Они там толкались в толпе и тому подобное. Ну, сейчас уже следующий день, уже мы утром снимаем, зарядили батарею, и сейчас мы уже стоим на вокзале, все вещи собрали, портфели собрали, стоим на вокзале. Сейчас купим билет и поедем домой. Так что спасибо всем за просмотр. С вами был я, Куба. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Ай, бать.